Всем привет, это Шамшурин, и это видео о позиции сверху, позиции снизу, о том, как отличить для себя то, как ты сейчас общаешься, то есть в какой позиции ты находишься. Если у тебя нет четкого ощущения, значит, как не ошибиться, как быть уверенным в том, что это точно позиция сверху или там позиция снизу, сейчас об этом и поговорим. И хочу начать вам этот рассказ с небольшой истории одного из наших недавних учеников с практики, пчеловода. Почему пчеловод? Это, кстати, отдельная тема, то есть это связано с его профессией. Посвященные уже знают, а с вами я хочу поделиться, с теми, кто еще не был у нас. Значит, у нас есть такая история на практике, что мы часто людей называем по каким-то никнеймам, скажем, каким-то псевдонимам, каким-то, ну, даем клички, это как-то стрёмно звучит, потому что люди часто сами выбирают себе какие-то никнеймы. То есть почему? Во-первых, потому что там действительно некоторые чем-то отличаются, чем-то выделяются, это очень классно, когда человек этим запомнился. Во-вторых, может быть, люди на кого-то похожи. И в-третьих, так очень удобно и просто, потому что одно дело, когда в нашем чате в закрытом участники одной из групп, ты пишешь, например, привет, это там Серега или это Коля, там, так, пацаны, подскажите. Никто не понимает, что это Серега, что за Коля. Ну, там, конечно, есть фотографии, но когда пишут привет, это пчеловод, все понимают, о чем идет речь. Там, или привет, это Дольф Лундгрен и так далее. И то есть, недавно, кстати, у нас в чате люди общаются, и недавно была такая история, что как бы я узнал, что в Сочи сейчас там поехали два человека с одной группы, и они еще там законнектились с человеком из другой предыдущей группы практики. То есть, ну, это некая тусовка и людей, объединенных общими интересами. И в Сочи поехал Стас Михайлов, в Сочи поехал Купец и продюсер группы Песнеры. То есть это такое трио. Хотя за годы вообще нашей работы у нас на тренингах, конечно, кого только не было. И Юрий Гагарин, там, и Дольф Лундгрен, и солист группы Непара, и весь состав группы Белорусские Песнеры, и Крус Кастильо, Стинг, Наймар, Чак Норрис, то есть кого только там не было. И сейчас эти все люди общаются. Так вот, история пчеловода. Значит, он познакомился с девушкой на тренинге. Она сначала не вызвонилась, у нас был день субботний, и надо было назначить себе свидание. Она не вызвонилась, не взяла трубку, вот, он там пришел вечером домой, она ему перезванивает. И она говорит, так, мол, и так, то есть я там немножко устала, там, извини, что не взяла трубку вечером, вот, я бы с удовольствием с тобой увиделась, но ты знаешь, вот я устала, что-то там замучилась как-то, вот так уже никуда неохота как-то ехать, что-то собираться, вот. И в итоге, ну, он сказал, ладно, окей, я тебе сейчас перезвоню, подожди, я занят. И он набрал нам. У нас есть такая опция, мы сами об этом просим всегда людей, то есть мы говорим, ребят, если уж вы пришли на практику, звоните нам. Нам можно в любое время звонить, писать, там, спрашивать какие-то моменты. И часто такое было, что человек звонит прям со свидания, говорит, там, я не знаю, как привести девушку к себе домой. То есть, и мы эти свидания спасали. Ну, не суть, сейчас о другом. То есть, он позвонил одному из наших тренеров. Он выслушал тренера эту историю и говорит, а что ты хочешь? Он говорит, ну, я бы хотел с ней увидеться. Говорит, отлично, тогда предложи, позвони, скажи, давай я вызову тебе такси, ты соберешься, и такси тебя довезет куда-то там в какое-то кафе, ну, в своем районе, в районе, где живет этот пчеловод. Вот. И в итоге мы ему сказали, что делать на утреннем разборе, на следующий день, в воскресенье, когда он пришел на тренинг обратно, то есть происходит следующее, что мы говорим, ну что, пчеловод, как у тебя вечер, как свидание? Он говорит, а я так и не позвонил, и не стал ей вызывать никакой такси, ничего такого. То есть мы говорим, почему же, интересно, юный друг, хотя там друг уже не юный, то есть ему там далеко за 40. Он говорит, а понимаете, я счел это позиции снизу. Вот. И поэтому не стал вызывать ей такси. То есть, ну, конечно же, мы этого человека там препарировали, всю его речь, мы все это разобрали, и мы это разбираем не для того, чтобы там унизить или оскорбить, или что-то сказать, нет, ты врешь там сам себе, а для того, чтобы и он, и все остальные, они могли убедиться в том, как можно себя там мать, обмануть, да, и при этом даже этого не заметить. Вот. Он сказал, что у вас позиция снизу. Тогда у меня вопрос был, почему же он нашего тренера не спросил про позицию снизу? Он сказал, да-да, окей, а во-вторых, в чем же позиция снизу? То есть, понимаешь, мы его легко проверили еще. Мы сказали, слушай, пчеловод, а если бы эта девушка сказала, ты знаешь, я сейчас готова приехать к тебе в плаще, под плащом у меня ничего нет, кроме белья, красивых чулок, я такая вся в белье, вот я к тебе готова приехать на вино. Не мог бы ты вызвать мне такси, потому что я же не поеду в таком виде, дорогой пчеловод. И он говорит, ну, конечно, я бы вызвал. А в чем разница тогда, извините, то есть там позиция снизу, а тут, блин, сука, нет позиции снизу, да, интересно, вот. И самое, как бы, конечно, замечательное то, что люди обманывают себя очень часто.
И очень часто они, к сожалению, даже не понимают того, что они себя обманывают. То есть они не распознают этого. Если бы они еще могли как бы потом это увидеть, нет. Он искренне как бы не понимал сначала, а что не так. И когда мы ему этот пример привели, он такой, блин, точно, я, короче, себя немножко обманул. А проблема была не в позиции снизу. Проблема была в том, что он просто не был уверен в том, что получится на этом свидании что-то как-то. То есть для него это был стресс, для него это был дискомфорт. Но для этого мы на практике и собираемся, чтобы перейти через этот стресс, через этот дискомфорт, чтобы мы тебя туда перетащили на ту сторону. Вот. И он, собственно говоря, не смог. И сейчас, собственно говоря, прежде чем я расскажу тебе главный посыл этого видео, главный смысл, как отличить, если ты уж прям не знаешь для себя, не можешь определить позицию снизу от позиции сверху твоей по отношению к какой-либо девушке, собственно говоря, объявление, значит, 2, 3, 4, 5 декабря тренинг-практика Санкт-Петербург, внимание, и 9, 10, 11, 12 тренинг-практика декабря в Москве. То есть в начале декабря мы проведем сразу два, впервые и единственный раз в жизни, два тренинга-практика новогодних. Это Санкт-Петербург по многочисленным просьбам и после него сразу Москва. Плюс ко всему там будут две особенности один раз в жизни. Это персональный разбор абсолютно каждого, кто забронирует место, уже до тренинга ты персонально разберешь свои ограничения, страхи, убеждения, то, что тебе мешает комфортно общаться с женщинами, персонально в онлайне с Тиграном большой персональный частный разбор каждому участнику. Таким образом, тренинг начнется для тебя уже до его начала, ты уже начнешь с собой работать. Плюс мы пригласим девушек и в Москву, и в Питер, и на них будем демонстрировать все задания, все практики, все моменты, и самое главное, что каждый участник сможет попробовать свои силы также на этих девушках и получить от них обратную связь еще в зале внутри разборов. Соответственно, это очень положительным образом отразится на вашем самоощущении и ваших результатах в полях. Ссылка под этим видео, ребят, бронируйте заранее. Все вопросы по поводу там ковид, не ковид, что, куда можно, куда нельзя, ПЦР, РПЦ, ЗПП там и прочее. Что, как, отменят, не отменят, какие-то закроют, откроют. То есть все это вы можете узнать здесь, оставив заявку на сайте под этим видео. Юра вам позвонит и все расскажет. Также он расскажет условия, потому что если вы бронируете чуть раньше, стоимость будет чуть меньше, чем если ближе к мероприятиям. Это грандиозно, это последний раз, это две практики сразу, это никогда еще не было. Сейчас есть отличная возможность вскочить в новый наступающий 2022 уже год абсолютно другим человеком с другим качеством жизни. Это будет очень круто. Ссылка здесь. Итак, а суть видео в чем? Значит, смотри, как отличить позицию снизу от позиции сверху? Ну, две самые главные, наверное, отличительные черты. Если нет неуважения к тебе в моменте или пренебрежения тобой и твоими желаниями, и ты не идешь вразрез со своими собственными желаниями. И в чем самая главная ошибка многих, кто не может отличить позицию сверху внутри своей головы от позиции снизу, это в том, что вы концентрируетесь на самом действии, а не на обстоятельствах вокруг этого действия и не на способах донесения, когда вы общаетесь с женщиной. Сейчас объясню, в чем суть. Это очень важно понимать. Важно не само действие, а обстоятельства, в которых это действие совершается. Это намного важнее. Допустим, если даже мы берем законы там, УК РФ, то есть за одно и то же преступление человек может понести абсолютно разные наказания в зависимости от обстоятельств. Допустим, если какое-нибудь убийство, не дай бог, да, то есть человек, тяжкое преступление, человек может убить сознательно, осознанно, может еще при этом быть бухой, там, обдолбанный, не знаю, еще более отягчающие обстоятельства. А может быть, это была самооборона, когда человек пытался защитить себя и свою семью, и возможно, что даже здесь он этого наказания избежит в целом вообще, потому что это зависит от обстоятельств. И вот смотри, она говорит, вызови мне такси. Это как бы действие, да, то, что нужно вызвать такси или не нужно вызывать такси. Понимаешь, в чем прикол, что как это обстоятельство, как она об этом просит или почему? Она говорит, ты знаешь, блин, я устала, там я что-то ногу подвернула, хромаю. Например, я говорю о крайности. Вот, слушай, ты же вызовешь мне такси, а? Или там, ты не мог бы вызвать мне такси, потому что тут не очень удобно ехать. Да ради бога. Или, блин, ты знаешь, там так холодно, что-то дождь, снег, ветер. Может быть, ты мне такси вызовешь, а? Ну, то есть, девушка просит, как бы, нежно, няшно, мягко, очень так тактично. Либо она говорит, слушай, если ты не вызовешь мне такси,
я никуда не поеду. То есть это ультиматум какой-то, да? Это условия, это манипуляции. То есть это же принципиальная разница. То есть вопрос о действии — вызвать такси. Но вопросы об обстоятельствах и донесении, то, как она это просит, это важнейшие вещи. И вот мы еще для пчеловода специально, я для вас сейчас тоже, значит, привели такой пример. Значит, представь, что человек взял у тебя денег в долг. Ну, то есть когда-то он пришел, говорит, там, пчеловод, там, или ты, дай мне денег в долг, пожалуйста, верну через месяц. Отлично, проходит месяц, то есть наступает тот день, когда нужно эти деньги, собственно говоря, отдавать этому человеку. Ты ему звонишь или он звонит? Он звонит, допустим, давай так. И говорит, слушай, слушай, заедь, забери сам, что-то мне тут это, некогда, короче, не до этого, никак не могу выбраться до тебя, доехать, деньги тебе завести. Заезжай, это, заедешь, заберешь, короче. Это одно обстоятельство. Либо же он звонит и говорит, слушай, а можешь заехать, давай ты заедешь, там, допустим, пчеловод, посидим, я тут жене сказал, она там, приготовила там что-то там вкусное, да, там шашлычки пожарим, я баньку затопил, там, водочки попьем, кайфово проведем время, пообщаемся, 100 лет не общаюсь, заезжай, ну и заодно и денежку заберешь, давай, пчеловод. И понимаешь, вот, то есть, по сути дела, действие-то одно и то же. Заехать, то есть и в том и ином случае тебе нужно, якобы нужно, ну там, придется, не придется, тебе придется ехать. Но обстоятельства и способ донесения принципиально разный. Поэтому, если вы не уверены в том, что вы себя не обманываете, когда общаетесь там с позиции сверху или с позиции низ, чтобы не впадать в какие-то крайности, из-за которых вы потом лишаетесь дальнейшего общения с женщинами, вот, пожалуйста, обращайте всегда внимание на обстоятельства. Вот такая мораль этого видео. Вас всех, для того, чтобы этому всему научиться, я приглашаю на новогодние тренинги практика, которые называются «Практика. Две столицы. Впервые в жизни. Единственный раз. Сразу два тренинга». 2, 3, 4, 5 декабря Санкт-Петербург и 9, 10, 11, 12 декабря Москва. Ссылки здесь под этим видео. Увидимся.